теперь у нас с вами осталось украсить нашу подставку. Для этого берем сизаль натуральный, желтого цвета. Будем использовать камешки, гальку, тоже натуральные. Ну и искусственные такие украшения, зелень искусственная. Берем сизаль немножко, просовываем между наших корешков. Пока небрежно все это получится. Обматываем наш ствол. Так, распределяем внутри, чтобы не торчал. Лишнее потом обстригется у нас ножничками. Закрепим его с помощью клеевого пистолета, чтобы он у нас никуда уже не делся. Фиксируем. Теперь берем нашу зелень. Также с помощью пистолета. Расправляем внутри. Смотрим, куда еще нужно добавить. Ну, думаю, достаточно зелени. Теперь приступим к камушкам. Камушки мелкие, поэтому для того, чтобы оклеить всю поверхность, придется потратить время. Потому что надо сделать все это аккуратненько, качественно. Процесс я вам показала, что у нас с вами получится после оклеивания. Вы увидите в следующем уроке.